Так, ну что, попробуем по старинке. Прошу прощения за немытую картинку. Но на излете. А ночью не давал уснуть и полетело. Это мое личное отношение, мое личное ощущение. Довольно в шаткой теме. Сам там бывал, знаю, о чем говорю. Чисто имха, как говорит молодежь. Или молодежь уже так не говорит. Ладно. Кто она и где она? Потерялась или потеряна? Спряталась или вот она? Кто она? Где она? Была ли? Или это были фантазии? Отвергла или устранилась? Строилось все или рушилось? Судьба или опыта ужас? Где-то в небытии, кажись. Зажата обществом, зажата прошлым. Сломана, не выбросить. Виноват и каюсь, признать не боюсь. Зависть и ужас, фифы, гнусть, обиды, глупость. За ней тянусь или прошлым греюсь. Осталась лишь грусть и воспоминаний горсть. Затянуто поясом шарлатанов, тараканов, усищами сеансов кошелек, якобы помощи, разложением мощи, навязыванием паттернов, шаблонов, книжных вскрытием демонов, вынуждая принимать не себя, а их, ломая психику, сажая на иглу якобы помощи, как пилюлька со сроком. Плати и снова приходи. Нет помощи там, кому она не нужна. Тупое ковыряние, воздействие на слабый интеллект, навязывание хитрое наивным творцам. Чужих идей и мыслей стариков. В динамичном мире, где каждый день другой, где книжки их забыты в цифре, где те же шаблоны, что не работают более, зависимость средств от чужой боли, хитрая манипуляция под эгидой помощи. Вип-места вам в аду, пиявки от мира психологии. Разводящие здоровых на все самих способных. Дорога к гармонии лежит не через демагогии, не через нажим на точки болевые. Вы очень люди плохие. Если вправду такие, кто ради наживы правит мозги здоровые. Вам нужно наполнять сосуды пустые, а не затягивать в сети через сарафаны сети всех, кого хотите. Кто слышал хоть раз, что психолог отказался принимать вас? Неужели мы все больные? Подумай здраво. А, Вася?